вставляешь сюда. Поэтому я, видишь, вытянул подальше, но и при сборе. Кстати, финал вот этот, он в точности, вот как мы хотели, вот этот, ноу. No. Mm-hmm. То есть да. Вот оно, это решение. Да. Тут. Да. Ну ладно. Значит, второй куплет и до конца. No roost. Поняла, да? Да, я поняла. Get the gifts on, give you, может, начало, да? Припев же. Да. А, припев? Sorry. Все, извините, я думал куплет. Поехали еще раз. На тихое, да, были. Ну вот. А мы как начинаем тихое? Вешаем просто. Все, ну окей. Второй же момент, да? Давай, припева. Значит, припев, потом... И до конца. Второй припев. Тихое место, вырастали, мы растаем, вырастаем, вырастаем, и дальше что? Вырастаем, я не знаю как. Ну ладно. Почему? Ты не знаешь, как вырастать? В тихом месте. Да. Не, я имею в виду сейчас вот на эту. Ну издалека. Только представь, что мы кого-то слышим где-то там. Окей. А он нас нет. Ну, он не знает, идет, поет. Что значит припев, потом тихое место, да? Первый раз тоже так сыграли коротко. Ну вот я поэтому не ошибся, то получается. А коротко получается, да? Нет. Хорошо, давай по-твоему еще раз. Не, я просто, может быть, а Оля же там уже не поет. Или поет? А я могу не петь. Не, ты поешь как раз. Еще раз. Да, получается? Нет, а может и нет. Вот я вот не помню. Ну давайте решим. Сейчас было логично, по-моему. Один раз. Вот, ну, давайте один. Хорошо. Еще раз, оттуда же. Да. Ага. Раз. Я жду, вы сюда еще быстрее уходить. Вроде же, надо чаще встречаться. Скорее, подождите, а вот сейчас уходить. Вот это еще гидлаки. Да, еще мощно, да. Еще раз, и все, теперь я понял. We're not going to get it. We're not going to move on. We're not going to get it.
Почему на тебе погонять? Смотри, там такой момент.